непризнанные государства должны выживать. Каким образом? За счет официального бизнеса, за счет неофициального бизнеса. Так было всегда в мире. Приднестровье жило, я думаю, что и сейчас живет за счет определенных потоков контрабанды. Да, были сообщения о том, что Приднестровье торговало оружием. Но для того, чтобы подтвердить, нужны факты. Вы сами понимаете, что торговцы оружием эти факты вам не предоставят. Все, что обладает Приднестровье в качестве, скажем так, остатков бывшей советской армии, контролируется сейчас на складах Колбасном, где охраняются российскими миротворцами. Я думаю, что они уже все это продали. Все, что есть сейчас, не думаю, что это представляет интерес для потенциальных покупателей. Переезжаем в Днестр. Днестр – это граница между Молдовой и Приднестровьем. На всем протяжении реки границы стоят миротворцы, которые обеспечивают безопасность в регионе, чтобы не было войны. Жить в Приднестровье, да, имея гражданство Приднестровья и паспорт Приднестровья, просто вот с одним паспортом невозможно, потому что этот паспорт не признается никем в мире. Я обязан иметь этот паспорт, но я не могу выехать за границу, не имея другого паспорта. Я получил российский паспорт, но с этим паспортом я тоже не могу ехать за границу. Меня с ним примут в любой стране, но меня не выпустят с ним из Молдавии, потому что с этим паспортом я не имею вида на жительство. Мне пришлось сделать еще молдавский паспорт. С этим паспортом я могу выехать из Молдовы. Многие, живя в Приднестровье, вынуждены делать несколько паспортов. Украинский, российский, молдавский, потому что и не знаешь, как лучше тебе поехать в страну. Народ Приднестровья – это не национальность, это объединение людей разных национальностей. Русские, украинцы, молдаване, евреи, болгары, гагаузы, азербайджанцы. Очень много людей разных национальностей. Вот Приднестровье – это кусочек края. Здесь единственное государство на всем земном шаре, где нету такой коррупции, где нету такого трафика продажи наркотиков и всего остального. Наверное, потому что наше училище выпускает милиционеров больше, чем проживает здесь приднестровский народ. А то есть на каждого приднестровца по одному милиционеру. Так что только из-за этого мы можем спать спокойно, что наша милиция нас бережет. Я не приднестровец, я гражданин Молдовы. Все учились, все разговаривали и на русском, и на молдавском, и вот и была Молдова. А сейчас не знаю, кому это выгодно, или России, или Смирнову было, не знаю, непонятно, вот этот землячий, непонятно. И хуже уже некуда. Так вот, хуже. Разве что по сравнению с этим, да. Да. Ну, еще там, как Россия скажет еще. Еще от этого зависит. Если она финансирует, значит, надо идти, как они думают. Российская Федерация не имеет экономической выгоды из этого клочка земли. Но они действительно сделали этот регион как настоящую крепость. Внутри этой крепости, внутри территории, они ставят своих. Под благими намерениями, под гуманитарными помощью, то есть чтобы у них было влияние. Экономически им невыгодно, но это стратегически. Они тут имеют как достать и Молдову, Румынию, Украину, и другие выходы. По-моему, я не понимаю.